С рабочим визитом комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав посетила поселки Санбали, Лесной и поселок Литовка. Более подробно смотрите далее. В отдаленных поселениях Амурского района Санбали, Лесной и Литовка были проведены сверки семей, а также детей, которые находятся в социально опасном положении и нуждающихся в помощи со стороны государства. По месту жительства проверено 7 неблагополучных семей и 5 несовершеннолетних, которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Амурском центре социальной помощи семье и детям, а также в ОМВД России по Амурскому району. Задача сегодня рабочей поездки – это рассмотреть административных протоколов, работа с семьями, которые находятся в социально опасном положении. Это те семьи, которые не исполняют должным образом свои родительские обязанности. И в рамках рабочей поездки была проведена работа с данными семьями. Эти семьи были заслушаны, рассмотрены индивидуальные планы работы специалистов. Хотелось бы отметить, что на протяжении последних лет количество таких семей снижается. И это результат совместной межведомственной работы. В ходе проверки с подучетной категорией лиц была проведена соответствующая профилактическая работа. Членами комиссии были розданы учащимся различные информационные буклеты по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и жестокого обращения, а также по пропаганде здорового образа жизни, профориентации в школе поселка Литовка. Охвачено около 250 учащихся с 6 по 11 классы. В Амурском муниципальном районе на сегодняшний день стабильная социально-экономическая обстановка. У нас снижается количество неблагополучных семей, снижается количество фактов снижения, происходит лишение родительских прав среди населения. Большое количество детей у нас ведут спортивный образ жизни, здоровый образ жизни, занимаются спортом, посещают кружки, секции. По итогам 2018 года мы ожидаем дальнейшее снижение преступности, а также улучшение социальной обстановки. По итогам рабочего выезда членов комиссии по делам несовершеннолетних, членами общественных комиссий по делам несовершеннолетних поселка Санбали и поселка Литовка, а также с главами поселений были проведены совместные встречи и совещания по наиболее актуальным вопросам и проблемам профилактики семейного неблагополучия и правонарушений несовершеннолетних в данных поселениях района. Евгения Дудко, Игорь Демьяненко, телеканал Амур.